Сергей Михалков, дядя Степа. В доме 8/1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча. По фамилии Степанов и по имени Степан, из районных великанов самый главный великан. Уважали дядю Степу за такую высоту. Шел с работы дядя Степа. Было видно за версту, лихо мерили шаги. Две огромные ноги 45-го размера покупал он сапоги. Он разыскивал на рынке величайшие ботинки. Он разыскивал штаны небывалой ширины. Купит с горем пополам, повернется к зеркалам. Вся портновская работа разъезжается по швам. Он через любой забор с мостовой глядел во двор. Лай собаки поднимали, думали, что лезет вор. Брал в столовой дядя Степа для себя двойной обед. Спать ложился дядя Степа, ноги клал на табурет. Сидя, книги брал со шкафа, и не раз ему в кино говорили: «Сядьте на пол, вам, товарищ, все равно, но зато на стадион». Проходил бесплатно он, пропускали дядю Степу, думали, что чемпион. От ворот и до ворот знал в районе весь народ, где работает Степанов, где прописан, как живет, потому что всех быстрее, без особенных трудов. Он снимал ребятам змея с телеграфных проводов, и того, кто ростом мал, на параде поднимал, потому что все должны видеть армию страны. Все любили дядю Степу, уважали дядю Степу. Был он самым лучшим другом всех ребят со всех дворов. Он домой спешит с Арбата. «Как живешь?» – кричат ребята. Он чихнет, ребята хором: «Дядя Степа, будь здоров!» Дядя Степа утром рано быстро вскакивал с дивана, окна настежь открывал, душ холодный принимал. Чистить зубы дядя Степа никогда не забывал. Человек сидит в седле, ноги тащит по земле. Это едет дядя Степа по бульвару на осле. «Вам, — кричат Степану люди, — нужно ехать на верблюде». На верблюде он поехал. Люди давятся от смеха. «Эй, товарищ, вы откуда? Вы раздавите верблюда. Вам при вашей вышине нужно ехать на слоне». Дяде Степе 2 минуты, а остается до прыжка. Он стоит под парашютом и волнуется слегка, а внизу народ хохочет. Вышка с вышки прыгать хочет. В тир под низенький навес дядя Степа еле влез. «Разрешите обратиться, я за выстрелы плачу. В этот шар и в эту птицу я прицелиться хочу». Оглядев с тревогой тир, говорит в ответ кассир: «Вам придется на колени, дорогой товарищ, встать. Вы же можете мишени без ружья рукой достать». До утра в аллеях парка будет весело и ярко, будет музыка греметь, будет публика шуметь. Дядя Степа просит кассу: «Я пришел на карнавал, дайте мне такую маску, чтобы никто не узнавал. Вас узнать довольно просто». Раздается дружный смех: «Мы узнаем вас по росту, вы, товарищ, выше всех. Что случилось? Что за крик? Это тонет ученик, он упал с обрыва в реку. Помогите человеку!» На глазах всего народа дядя Степа лезет в воду. «Это необыкновенно!» – все кричат ему с моста. «Вам, товарищ, по колено, все глубокие места. Жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин». Дядя Степа в этот раз
утопающего спас. За поступок благородный все его благодарят. Попросите что угодно, дядя Степе говорят. Мне не нужно ничего, я за даром спас его. Паровоз летит, гудит, машинист вперед глядит. Машинист у полустанка кочегару говорит: от вокзала до вокзала сделал рейсов я немало, но готов идти на спор. Вот это новый семафор. Подъезжают к семафору. Что такое за обман? Никакого семафора. У пути стоит Степан. Он стоит и говорит: здесь дождями путь размыт. Я нарочно поднял руку, показать, что путь закрыт. Что за дым над головой? Что за гром по мостовой? Дом пылает за углом, 100 зевак стоит кругом. Ставит лестницы команда, от огня спасает дом. Весь чердак уже в огне, бьются голуби в окне. На дворе в толпе ребят, дяди Степе говорят: неужели вместе с домом наши голуби сгорят? Дядя Степа с тротуара достает до чердака, сквозь огонь и дым пожара тянется его рука. Он окошко открывает, из окошка вылетает, значит, 18 голубей, а за ними воробей. Все Степану благодарны, спас он птиц, и потому стать немедленно пожарным все советуют ему. Но пожарникам в ответ говорит Степанов: нет, я на флот служить пойду, если ростом подойду. В коридоре смех и шепот, в коридоре гул речей, в кабинете дядя Степа на осмотре у врачей. Он стоит, его нагнуться просит вежливо сестра. Но мы не можем дотянуться, объясняют доктора. Все от зрения до слуха. Мы исследуем у вас, хорошо ли слышит ухо, далеко ли видит глаз. Дядю Степу осмотрели, проводили на весы и сказали: в этом теле сердце бьется, как часы. Рост велик, но ничего, примем в армию его. Но вы в танкисты не годитесь, в танки вы не поместитесь, и в пехоту не годны, и с окопа вы видны. С вашим ростом в самолете неудобно быть в полете, ноги будут уставать, вам их некуда девать. Для таких, как вы, людей не бывает лошадей, а на флоте вы нужны. Послужите для страны. Я готов служить народу, раздается Степин бас. Я пойду в огонь и в воду, посылайте хоть сейчас. Вот прошли зима и лето, и опять пришла зима. Дядя Степа, как ты? Где ты? Нету с моря нам ответа, ни открытки, ни письма. И однажды мимо моста к дому 8/1 дяди Степиного роста двигается гражданин. Кто товарищ и знаком с этим видным моряком? Он идет. Скрипят снежинки у него под каблуком, в складку форменные брюки. Он в шинели под ремнем, в шерстяных перчатках руки, якоря блестят на нем. Вот моряк подходит к дому, всем ребятам незнакомый, и ребята тут ему говорят: а вы кому? Дядя Степа обернулся, поднял руку козырьку и ответил: я вернулся. Дали отпуск моряку. Ночь не спал, устал с дороги, не привыкли к суше ноги. Отдохну, надену китель, на диване полежу. После чая заходите, 100 историй расскажу. Про войну и про бомбежку, про большой линкор «Марат», как я ранен был немножко, защищая Ленинград. И теперь горды ребята, пионеры, октябрята, что знакомы с дядей Степой, с настоящим моряком. Он домой идет с Арбата. Как живешь? К
кричат ребята, и теперь зовут ребята дядю Степу маяком. Сергей Михалков, дядя Степа.